Cloud. Scout up ahead. Хватит! Try to find out where Timsh is. There's an equipment stash on the rooftops nearby. We've been anticipating doing a hit on Timsh for some time. I know. Half the city wants him dead. Ты страшная. We'll earn some gold on this. У тебя лицо похоже на противогаз. I'll meet you up ahead. Что это был за жест? Я понимаю, что ты каждый день упражняешься правой рукой, но не надо мне это показывать. Поместье адвокатской конторы Timsh расположено на широкой площади в самом сердце делового квартала. На крыше над адвокатской площадью расположен пост, где хранится важная информация и припасы. Ваша помощница Билли Лер будет там, когда вернется с разведки. Мне либо перенос надо, либо изгиб времени. Но на изгиб времени нужно 6 рун. Я что, упоролся, что ли? Это мне все не нужно. Я уже говорил. Это все тоже. Окей, Нобл! Я зависаю в воздухе, вы это видите? Зависаю в воздухе во время прыжка. Ух ты. Вот это действительно удобно. Вот мне этого не хватало в оригинале. То есть, да, они здесь поработали немножко над игровой механикой, исправили ошибки в DLC. Прекрасно. Да, давайте наденем Жо. Вы чуть быстрее носите. Ну, это мне так нужно, но мне больше нечего надевать. Отлично. Красная картина в комнате, где нет ни хера. Это просто потрясающе. Ну и что мне с тобой делать, козел? Натепление, которое, возможно, был помощником Timsha. И что мне с ним сделать? Устранить? Нет, смотрите, он вроде красным не горит. Ну и что мне с ним сделать? Убить его или поговорить с ним? Ну, я не знаю, игра, конечно, жжет, но ладно. Может спуститься без... It's Dowd, isn't it? You wouldn't be in this district unless you were after Timsh's head. What do you want? Revenge. Сейчас с кожей плохо, тебе бы крем какой-нибудь. I want him homeless, a victim of one of his own eviction documents. I've prepared one. Да, выследил. Пусть будет бомжом, бомжом, бомжом. Please go to my old apartment. It's right next to Timsh's estate. Here's the address. But I doubt you can get inside from the streets. There you'll find my journal, which contains the entire plot and everything you'll need. But you're a businessman like I once was. I don't expect you to do this for free. If you do go to my apartment, you'll find something stashed there. Consider it your payment in advance. Sweet. Ты паркетные доски! Какого черта вы все такие страшные? Куда ты пошел, ты пленник? Сиди тут! Козел! Не рыпайся! То придут и меня настругают! Нужен ключ стражника! Это как... Оу, не то. Это как... Нужен презерватив XX... Оли, простите, не хотел. Не хотел. Извините меня. Я знаю, что меня смотрят монахини из псевдоеврейского монастыря. Не хотел, извините. Вот я к вам обращаюсь. Не хотел. Честно, не хотел. Вниз мне все равно не надо. Воу. Башня где-то снизу. Та-та-та-та-та-ра-та-ра-та-ра! Тебе вот это надо свистеть, чувак.
А, ну ты, блин, ее обойти легко, думаю, чё, как мне обойти? Я убивать никого не буду. Я хороший мальчик. Я хороший. Хватит уже убийств в этой игре. Спрашивается, зачем я это сделал? Нахер. Над адвокатской площадью где-то есть тайник какой-то. Ага, вот он. Ну и ладно. Ну и насрать. Классная дверь, чуваки. Интересно, куда она ведет? Это какой-то интересный... Да, дизайн! Там... Подождите, это свой же, да? А, нет, нет, чуть не перепутал. Нет, сосать, сосать бублик. Я думаю, здесь никого, никто не будет пасти брошенную квартиру. Не, ну блин, это глупо. Сами думайте, пасти брошенную квартиру, зачем? У него руна есть, да ты прокачанный мудак. Интересно, как эту руну можно вообще не заметить? Ключ из квартиры номер 10, ордер на лишение имущества, дневник Роланда. Вот это интересно, узнать, кто такой Роланд, что с ним сделал Тимш, бла-бла-бла, почему он желает ему выселения и так далее. Тимш думает, что он неуязвим, раз заполучил письмо лорда-регента, дающее ему неприкосновенность от любых преследований, связанных с чумой. Повсюду носит это письмо с собой, словно талисман, но оно обернется оружием против него. Его письмо написано на стандартном бланке, которых полно в канцелярии... В канцелярии лорда-регента. Достать чистый бланк было делом техники. Поделать подпись лорда-регента оказалось сложнее, но, к счастью, у меня еще остались знакомства в нужных кругах. Теперь нужно лишь подменить письмо, но подобраться к Тимшу непросто. Возможно, мне понадобится помощь профессионала. Когда дело будет сделано, этого болвана ничто не спасет. Но сначала надо исполнить задуманное. В подвале особняка Тимша есть насос, который гоняет воздух по дому. Если некоторое вещество попадет в насос, задание будет смердеть, словно нормально. Прикольно. Нужно выразиться точнее, я не хочу заразить стражников или слуг чумой, вовсе нет. Одна неопрятная дама из 10-й квартиры обещала мне дурно пахнущее вещество и плотный мешок для его переноски. Взамен она ждет получить... О, мою руну... А, руну, я подумал руку. Что ж, пусть так. Она дала мне ключ от своего жилища, так что я могу забрать мешок, когда буду готов. Вот видите, здесь объясняется, как мне нужно... как мне нужно без убийства выполнить задание. То есть, не все заметки здесь одинаково бесполезные, и поэтому все люди, которые пропускают заметки и не читают, они дебилы. То есть, надо смотреть, заметка, она полезная или не полезная. Ну, я это делаю, по крайней мере. Fucking shit! Это что такое? Ну, постно. А, вон, смотрите, вот она сидит. Это она и была. Ой, мама, мама, нет, 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 нет. Сначала я пойду туда. А, только как? Жопа, я в косяк. Здесь есть еще ачивка поговорить со статуей в доме Тимшев. Не знаю, как это сделать, но... Надо не забыть. Если увидим какую-нибудь статую, я обязательно ее... Ну и чё? Ну и чё? Твою мать! Твою мать! Святой асфальт! Какого черта? Какого хера? Ну что это такое? Как мне было понять, куда приземлиться? Там нельзя было запрыгнуть наверх, назад тоже нет! Пошел в жопу! Что это? Джеки Чан негодует. Вот серьезно, ну серьезно. Я вниз не пойду, я не псих. Я чё, кретин, что ли? Вот что это, что? Ну ладно, давайте отсюда попробуем. Ну почему я не могу сюда-то запрыгнуть? Что это? А-а-а, игра, ты потрясающая! Ты просто космос!
Тимча! Я боюсь, что я отсюда не допрыгну. Ну типа... Монетка! 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 Десятка? Алло! Почему я не могу туда запрыгнуть? Алло, гараж! Игра, хватит меня насиловать! Хватит выкручивать мне яйца! О, май факин гад! Что это? Особняк Тимша. А где вход? Адвокатская контора, приемная контора поверенного. Стол поверенного. Я не запомню это все! Я вот кто? Особняк и контора Тимша. Так, где я нахожусь? Вот здесь. Пост китобоя. То есть тут, квартира 10, тут. А с квартира 7. По страже. Так, подождите, я пришел отсюда. Вот так. И здесь я уже здесь. Оу, ни хрена себе, сколько всего. Это, видимо, не знаю, если ее не было, то я бы, скорее всего, здесь. Разрядная мина, да, не, да зачем она мне? Ну окей. Косяной амулет, Спасибо, что ушла, что мешала проходу. Чёрт, а можно было пройти, смотрите, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. А туда можно проникнуть при помощи... Да всем насрать. Канализация где-то должна быть. Где канализация? Вот здесь вот. Можно проникнуть. Я хочу добыть этот косяной амулет. Я должен это сделать. Этого не было! Вам показалось! Иди нахер, ребята! Я надеюсь, я назад смогу прийти. Надеюсь, оно хоть полезный. Живая вода, вода из фонта. Ну ладно, это хоть полезнее, чем вихрь. Я не знаю, правда, где я достану воду из фонтана. В воду я достану воду! Fuck you. Я не буду пить ману. Нет, игра, не заставишь. Нет. Нет. Все, иди нахер. Почему я не могу потянуться? Что мне мешает? Ляжки? Убрать? Ой, фу. Не представляете, человек без ляжек. Фу. Женщину тем более. Многие девушки не понимают, в чем их сила. Сила в ляжках. Ну потому что пнуть по яйцам можно только при помощи очень хорошо накачанной ляжки. Вы слышали? Дай меня знать, если ты захочешь меня подержать! Вау! Что у них за такие неуставные отношения? Надо сказать, ты, слышь, сюда подошел, слышь, солдатик! Подержурил за меня, быстро, ну! Так, ну, я боюсь, что я сейчас кончаюсь, поэтому... А вы этого ждете, все прохождение? Ага, обломитесь! Я профи. Козлы! Я профи, который не умеет прыгать. Ну же, прыгай! Прыгай! Мальчик! Бери! Я не в ту сторону пошел сначала. Надо было сюда. Стопудово сейчас нельзя будет сюда пройти. Да, 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 игра, мана на исходе. У тебя искусственный интеллект на исходе! Иди взад! Эу! Там внизу... Страшно. Да жри! Отстань от меня! Убери! Ну я уже выпил! Убери, сволочь!
Чё ты... Спасибо. Сколько можно? Сколько можно с тобой так обращаться? Мне нужно переходить на... Мне нужно на крик с тобой переходить, да? Типа, ну... А, я смотрю, думаю, чё, где, кто, где квартира 10? Я смотрю, тут у вас вечеринка! Чё, как? О, записку оставили. Она была учителем, рассказывала детишкам о черноглазом, которого видела в своих снах. Никто ее не понимал, но однажды один из детей впал в транс и начал выкрикивать ее имя, и за ней пришли смотрители. Это была актриса из ролика Two Girls One Cup. Эо. Этот родился в богатой семье и любил жить в деревнях, где он мог видеть звезды по ночам. Он был необразован и ничего не знал о звездах, он просто молился им. Представляем вам еще одного дебила из программы «Битва экстрасенсов». Именно ему предназначается такое вступление. Положить мешок внутрь вентиляционного насоса. Вы думали, я не замечу это сияние? Saints из Saints Row the Third. Эй, есть что-нибудь дома? Я сломал вам шкаф. А что это, что за обновление? Квартира, расположенная неподалеку от особняка Тимша, имеет выход на крышу со стороны причала, да? Хватит меня пугать! Ну страшно же! Ты о чем? Я спрячусь, мне страшно. Уйди! Ты страшная! Видимо, она говорит про чужого. For old time's sake. The barrister was a champion at finding his enemy's weak points, but he didn't see Delilah as a threat until it was too late. No one's watching Delilah now except you. And me, of course. I see everything. I see forever. And right now, I see a Иди снимайся в ребуте сумерков. Over a sea of blood. Ты как раз подходишь. The Empress is dead. Да я вообще пой мальчик, я никогда же никого не трогал. Я вообще няней поработал. Он подводит итоги, окей. Did the Empress change you? Or do you think this will help you dodge what's coming? Че, ребут сумерков? Не хочу! Не надо! Уйди! Уйди! Уйди с моего экрана, сволочь! Ну как, ребут сумерков грядет? Я шучу, не бойтесь. Не спешите на Кинопоиск, его не будет. Не-н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 е
Что, я упоротый кретин, что ли? Ну, да, в смысле, в принципе, да, но как бы сейчас. Ну, сейчас лучше таким не казаться. Что сейчас сделал, да, вот? Кто-нибудь поясните мне? Он пытался изнасиловать шкаф. Я сохранился только что, я сохранился. А, снова умение. Ну вот я думаю, у меня уже 5 рун. Но я думаю, еще одну накопить и все. И прокачать. Подождите, что делает второй уровень переноса второго уровня? Быстрое перемещение вперед на большое расстояние. Во время прицеливания время останавливается, если вы не двигаетесь. Ну как бы это и так происходит. А изгиб времени дает полную остановку времени. Стойте, только что же дверь была не прозрачная. Или мне показалось, когда я в прошлый раз здесь был?